Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами «Жизнь и бизнес», основанная на ценностях. И с вами я, Роман Дусенко, бессменный ведущий своей авторской программы. Прекрасное утро, январское, но по погоде совсем не скажешь, у нас такая европейская теплая зима. Алексей Митенков в моей студии, директор по трансформации бизнеса Челябинского трубопрокатного завода. Доброе утро, друзья. Было очень приятно, когда буквально там за пару недель до Нового года вы написали мне в Facebook и сказали, что у вас есть очень-очень интересная тема по трансформации. Тема трансформации меня вообще самого привлекает постоянно, и в том числе трансформации корпоративных культур. Давайте немного поговорим вообще о том, как вы вдруг попали в тему трансформации. Я знаю, что вы были аудитором, членом правления разных металлургических компаний. Как вообще складывалась жизнь, как вы пришли к тому, где вы есть сейчас? То есть последовательность каких решений привела вас в сегодня? Ну, как обычно, набор цепочек случайных событий. С одной стороны, с другой стороны, воля к победе. Это да. И для себя я уже вывел формулу, о сколько нам открытий чудных готовит трансформация век. Поэтому каждый день, в общем-то, приходит что-то новое и рассматриваем как возможность. Именно рассматривая все новое как возможность, дало мне такую уникальную жизненную позицию все время что-то менять, что-то искать новое, двигаться вперед. Классно. Получилось вот так вот. Все как возможность. Все как возможность. Но ведь это очень глубокий философский смысл, и он очень близок с христианским понятием воли Божьей и креста, который ты несешь в жизни, да, то есть ты все принимаешь со смирением, рассматриваешь все как необходимую данность и ищешь в этом какой-то плюс. Совершенно верно. Совершенно верно. Но просто ведь... можно относиться тоже по-разному. Можно относиться к любому изменению как «блин, опять это произошло». Опять... А можно «блин, опять это произошло». Вот, вот этот вот, знаете, эмоциональная настройка, вот где вот повышение пошло ноты. Скажите, вот сколько лет вы положили на то, чтобы это принять? Как, где в своей философской концепции жизни вы переключили вместо «опять это произошло», «опять это произошло»? Знаете, я думаю, что это произошло где-то с того момента, когда я начал глубоко изучать в начале своей карьеры философию, защитил кандидатскую диссертацию по философии. А тема так, какая была прям философия? Тема была философско-антропологический анализ учения Вернера Зомбарта о генезисе общества. Это 2002 год, диссертация по социальной философии, история народного хозяйства. Тогда я изучил историю философской мысли и понял, что если ты хочешь быть, существовать, и куда-то двигаться, смотри на все как возможность. И это не какое-то открытие, это то, что люди уже поняли давно, со времен Аристотеля. Это да, но если бы все было так прекрасно, и вот я сейчас, вы, кстати, тоже у меня были в тренинге по личной персональной стратегии, да. Ведь люди не воспринимают это так. И проблема нашего века в том, что большинство людей воспринимает любые вызовы времени как проблему. Change management, да, и трансформация, все о том, что сегодня мы будем говорить. Первое, самое главное, с чего начинает любая трансформация, это преодоление сопротивления. Почему? Совершенно верно. Потому что люди рассматривают это как проблему. Люди не готовы. Люди хотят приходить к кормушке каждый день, нажимать на педальку и получать маленькую вкусную конфетку. Охраняя свой компьютер в течение 8 часов. Да, и свое рабочее место, цепляя за свой стул, за свой стол. Помните свой первый проект по трансформации? Первый проект по трансформации, да, я помню, конечно. Что пришлось тогда делать? Это трансформация бухгалтерских служб. Я работал тогда главным бухгалтером одного металлургического холдинга, и мы объединяли кучу бухгалтерий, таких вот советских, прекрасных, и делали общий центр обслуживания. Это была первая моя трансформация, 2007 год. Как вот, если сегодня взять Откар как систему, ну, как бы диагностики изменений, вот как вы вот этот первый этап, как бы awareness, как вы доносили тогда, и было ли это тогда понятным, что именно это и есть основа успеха трансформации? Тогда всякие откары и всякие научные мысли, наверное, и такие сложные философские или методологические концепции еще не были так известны, поэтому, в общем-то, все началось, как обычно, с фразы «так жить нельзя, так жить нельзя больше, товарищи, нельзя хамить в бухгалтерии, нельзя это терять да, документы, да. Нельзя слушать… Стучать кулаком да, по столу. Да, нельзя качать права, и это новая модель, которую мы просто посмотрели, пересмотрели, посопротивлялись, кто-то, конечно же, покинул, как обычно в таких случаях есть покидающие нас люди,
Остальные приняли через технологию управления изменениями. То есть целевое видение, целевые ценности, обучение, мониторинг того, что люди делают, новый цикл. Я тогда предлагаю, как вы к Откару хорошо относитесь? Я к Откару неплохо отношусь, но нет предела совершенству. Да, но, возможно, есть более сложные инструменты, да? Но я предлагаю вот тогда построить нашу беседу вот по этим пяти основным направлениям, которые бы все, что вы сказали, вот как бы теория изменений. И начнем, ну, как всегда, с человека. Ведь рассматривая любого менеджера, любую компанию, не существует вообще компаний, существуют люди. Да? И как я не помню, кто сказал, один из, наверное, философов, может быть, наших русских, по-моему, военачальников, что скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля. Так, наверное, и в процессе изменений, что скорость изменений компании определяется скоростью изменений каждого конкретного человека. Вот когда вы для себя разработали и уяснили некие принципы вот этого change management или принципы трансформации. И мне было бы очень интересно, если бы вы сейчас в ответе своем дали нам некие практические инструменты, вот что такое шаги трансформации, потому что смысл нашей программы не только в том, чтобы показать, что мы знаем, что такое трансформация, а люди, смотрящие нашу программу по всей нашей России, а возможно, во всем русскоязычном интернете, могли бы так сказать: ага, я тоже хочу что-то изменить, как мне не ломать дров, как мне не совершить ошибок. Итак, фундаментально, основы и базовые шаги трансформации. Хороший вопрос, спасибо большое, Роман. Базовые вещи, которые для меня сегодня являются моей методологией трансформации, это набор тех опытов и тех методологий, с которыми я сталкивался. Сегодня у меня своя методология трансформации, это авторская личная вещь. Да, угу. Это авторская вещь. Я не могу сказать, что это все изобретение мое. Там есть элементы Откара, есть элементы института Адизеса. Прекрасная книжка, на секунду. «Воруйте как художники». Да. Что имеется в виду? Жизнь уже все создана. Совершенно надо верно. Адаптировать, интегрировать и создавать дальше. Да, совершенно верно. Все, что я сделал в жизни, я посмотрел других людей и адаптировал абсолютно к той корпоративной культуре. Авторская методика. Авторская методика состоит в том, что мы делаем три вещи. Угу. Закройте глаза и представьте соотношение. Наверху внешняя энергия, поделить на внутреннюю энергию, и это соотношение умножить на культуру взаимного уважения и доверия. Сразу открыл глаза, потому что, а что если в третьем ноль или минус? Все, можно собирать вещички и уходить. То как есть, вы совершенно верно говорите, ценности в основе любого развития, в основе любой трансформации. Если нет культуры взаимного уважения и доверия, и мы не двигаемся по ее созданию, мы не осознали все наши мероприятия в области внешней энергии, то есть наши потребности со способностями клиента, и все наши мероприятия внутри – это процессы, наша оргструктура, наша стратегия просто обесцениваются. Поэтому эти вещи три в основе лежат методологии сегодня трансформации. По ним есть… Полностью, знаете, вот как бы вот в душе полностью разделяет, даже ни секунды сомнения. Дальше надо делать и двигаться, супер. Транслировать волю. Супер. Как я и говорил, хочется немного приземления, да, то есть… Мы-то с вами живем в этом, и это для нас понятно. Я вот вчера написал пост как раз в Фейсбуке о том, у меня есть клиенты, которые, сделав первый этап внедрения ценностей, хотят идти на второй. Потому что, ну, я говорю, а что вы сами не идете? Почему? Вот, ну, он говорит, знаешь, мы можем сами идти, но если нет внешнего двигающего как бы инициатора, мы постоянно тонем в текучке. Нам очень трудно, нам нужен кто-то, чтобы нам напоминал о том, что это действительно важно. И мне написали в комментариях, а как это втащить ценность в себя? Да потому что ценности, мы не осознаем, что мы живем по ценностям. Вопрос. Вот предприниматель чувствует, что назрела необходимость. Как ему сформировать вот это ценностно-доверительное предложение сначала, наверное, по отношению к себе, чтобы он это, а потом транслировать вовне, чтобы потом уже на это наложить какую-то трансформацию? Тоже очень хороший вопрос. Предприниматель, он не один предприниматель, все равно это команда, да. То есть все-таки задание ценности сверху — это хорошо и правильно, но хорошо, если команда вместе вырабатывает эти ценности и какой-то скрипт, какие-то правила, культуру взаимного уважения и доверия. Поэтому я двигаюсь по совместной фасилитации, чтобы коллеги вместе вырабатывали то, что им мешает, идентифицировали. Антиценности. Антиценности, да, и образцы поведения. Дальше вместе формулировали те
идеалы поведения, которые они хотят транслировать. Некий образ будущего, да? Нет, как они себя именно ведут. Именно модели поведения. Идеальные поведения. Угу. Но это модели поведения людей в случае нарушения ценностей. Если, например, да, это очень хорошо видно по охране труда и технике безопасности. Например, большой случай нарушения бывает в компаниях этого, большой травматизм. И люди, идентифицируя, а что же в данном случае первопричина, могут написать себе такую ценность, такое правило. Мы при ходьбе по лестнице не пользуемся мобильным телефоном. Например. Да, и это такая ценность может быть на самом деле, если это действительно проблема. И дальше ты фиксируешь, а как же надо себя вести, если кто-то идет с телефоном, включая генерального директора. То есть ты в данном случае должен продемонстрировать модель поведения, ты должен, например, сделать замечание человеку, что он не соблюдает корпоративные ценности, и тогда это будет работать. То есть silence kills, да, то есть если ты молчишь, тогда это убивает ценность, убивает правила и так далее. То есть в основе того моего понимания, того, что я делаю, это фиксирование скрипта поведенческого, скрипта ценности. Да, он может быть разной глубины. Да, мы в свое время делали стандарты сервисного взаимодействия в первых общих центрах обслуживания. SLA, да, имеется в виду? Нет, это правило поведения. А, правило на поведения, звонок надо ответить на четвертую минуту. Там, да, нельзя употреблять такие фразы. Это было 30 страниц. Сегодня у нас в компании это одна страница. Высокий уровень зрелости показывает. И дальше ты фиксируешь, а как люди себя должны вести в случае нарушения, какое жизненно важное поведение они должны демонстрировать. Алексей, вопрос. Вот эта одна страница, это публичный документ или закрытый? Это документ, да нет, он публичный. Если компании. Мы сможем, вот вы можете его писать, чтобы я его в Фейсбуке комментарий к нашему повесил, чтобы показать людям, что это такое, о чем вообще мы говорим. Кодекс корпоративной этики, да, конечно. То есть он же, в принципе, тем более, кодекс корпоративной этики, он везде раскрывается. Да. У меня был случай. Я в прошлом году достаточно активно работал с «Газпромнефтью», и приехав на омский нефтеперерабатывающий завод, с нами был один из корпоративного офиса. Ну, знаете, такой вот, ну, бывают такие люди, которые кичатся своей должностью, положением, все остальное. С улицы Почтовой тогда. Ну, да? С улицы Почтовой. И вот, а сейчас они сидят на мойке или где-то там, на фонтанке. И вот и там все одевают каски, но я не буду одевать каски. А ему сделали один раз замечание. Второй раз он грубо ответил. Поступил звонок, и человек был уволен, еще не успев вернуться в раздевалку. Вот это, мне кажется, показательный как бы момент о том, что такое безопасность, что такое модели поведения. И вот самый простой рабочий, который был с нами, сопровождал нас, он абсолютно спокойно в формате попросил выполнить скрипты поведения. Да, мы говорим о том, что это сложные технические, там, как сказать, опасные производства. Но если мы вернемся в обычную компанию, в магазин, да, не обязательно говорить о сложных производствах. Мы теперь говорим, например, здесь очень важно, например, развернуть сервис по отношению к клиенту. Одно хамское слово по отношению к клиенту, и все, ты клиента потерял наружу. Теперь возникает вопрос. Вот, я так понимаю, мы идем сверху, да? Вот это ценностное предложение и доверие внутри команды людей и своего собственника, сфасилитированное, и они с ним договорились. Вот они как бы определили там 2-3 ключевые фундаментальные ценности, которые им все готовы разделять. Что делать дальше? Какой шаг 2? Это один из шагов той формулы, которую я нарисовал. Да? Внешняя энергия поделить на внутреннюю энергию, умножить на культуру взаимного уважения и доверия. Тебе надо наверху определить внешнюю энергию, сколько денег на самом деле в этом бизнесе, да, для того, чтобы понять, что ты делаешь трансформацию не только ради культуры взаимного уважения и доверия, ну, вообще-то это все про бизнес какой-то. Конечно, как сказали. Компания любая создается ради зарабатывания денег, прибыли. Абсолютно верно. И поэтому наверху внешняя энергия, тебе необходимо идентифицировать тот потенциал, тот резерв, те золотые мешки, которые лежат у тебя в бизнесе, а это, по большому счету, новая сегментация твоих рынков, новые доли, новые маржи, и ты определяешь дельту между твоей текущей ситуацией по рынкам и по твоим клиентам и потенциал, который ты можешь оттуда достать в мешках. И наверху ты сразу видишь деньги, на самом деле, если ты сделаешь трансформацию, ты сделаешь те вещи, которые ты идентифицировал для того, чтобы достать эти деньги из рынков, исходя из новых потребностей клиентов. Вот твой доход. Круто. Я первый мой слайд, когда я про ценности говорю, это про деньги. Задача моя – сделать так, чтобы вы зарабатывали больше. Вопрос другой. Например,
А если это министерство? Если это какой-то там, не знаю, администрация какая-то, что у них должно быть в отношении внешней среды? Развитие населения, совершенно экономика? Совершенно верно, Роман. Инвесторы. Надо идентифицировать его клиента. Какой клиент у Министерства образования, какой клиент у Министерства здравоохранения. Это точно такие же клиентоцентричные структуры. То есть, неважно, это нон-профит или профит-организация, важно понимать, ради чего. Абсолютно верно. Ответ на вопрос «Зачем?» Who will cry if you die? То есть, кто заплачет? Кто заплачет, если вы умрете? Это как раз верхушка. Это верхушка твоего бизнеса. Ради кого ты существуешь, зачем ты существуешь? Итак, мы ответили на вопрос «Зачем?». И когда мы посчитали, ведь любая трансформация стоит денег. Абсолютно верно. И косты, cost of, я не знаю, там, cost of transformation должно как минимум быть, там, я не знаю, соотноситься с той гораздо большей картиной привлечения, только тогда в этом есть интерес, да, там, если она будет больше того, что ты причешь, какой смысл трансформироваться. И вот здесь вопрос. Это для компании хорошо. А когда мы говорим о трансформации, вот вспомнив ту самую первую трансформацию бухгалтеров, а как руководителям этой команде, каждому конкретному человеку донести, чтобы убрать то самое сопротивление, что трансформация выгодна и для него тоже? Прекрасный вопрос, Роман. И мы Спасибо, вы мне просто одни комплимент делаете. Вы ведете меня по ниточке трансформации. Так я же люблю это. Это же мой хлеб, как говорится. То, что я живу чем каждый день. Мне само это очень интересно. Отлично. Переходим вниз формулы. Внутренняя энергия. Из чего состоит внутренняя энергия? Внутренняя энергия, на самом деле, это то время, те силы, тот моральный дух, который испытывает организм компании внутри себя. Что это значит? Если вы спросите любого менеджера любой компании, скажите, пожалуйста, на что вы тратите большинство своего времени? Никто не скажет. Все скажут, мы что-то разбираемся. Ну да, если что, мы работаем. Мы работаем, мы там что-то ругаемся, бухгалтерия с финансами, производство с закупками. Маркетинг с продажами. Я спрашиваю, когда вы клиентами? Какие клиенты? Мы тут внутри сейчас разбираемся, у нас тут трансформация и так далее. То есть это то время, которое мы тратим внутри. А почему люди тратят внутри время? Потому что, совершенно верно, они не знают, куда идти, у них нет видения, развития. Да? Причем это видение развития – это не какие-то огромные презентации, прости господи, McKinsey или Boston Consulting Group. Один слайд, да? Да, это, как правило, одна страница, да, но это страница, которая вымученная менеджментом, фасилитационной сессии и приложение, куда мы должны идти по рынкам с четким пониманием. И вот это видение стратегического развития, оно по-разному называется, да, и миссия она называется очень часто. Она называется vision, да. И вот эту вещь необходимо сделать, понять, куда ты движешься, точка А, точка Б, какие твои сильные стороны, кто вообще заказчик того, чего ты делаешь. Что ты делаешь, какие у тебя базовые ценности. Все, ты написал вместе с менеджментом, вместе сфасилитировав этот документ, и дальше ты идешь трансляцией вниз этого документа. Ты объясняешь всем и разбираешь с людьми, вот, что это такое, куда ты идешь. Можно я здесь, да, прежде чем мы туда уйдем, вот на этом кусочке остановлюсь. Первое возражение любого директора: о какой миссии ты мне говоришь? О каком видении? Это все только там. В американских книжках написано: у меня тут реальная жизнь. Я говорю, ну и что дальше? Вот когда ты слышишь такие возражения от людей, которые сидят наверху, которые акционеры, которые сами не могут сформировать видение, как они его могут передать? Я услышал слово «фасилитируемое», но ведь это нужен высокий уровень осознания, чтобы согласиться на фасилитацию, разделить свое мнение с топ-командой, ведь мы же как привыкли? Там, а куда идем? Я не знаю, куда идем, план выполняем, да и все, в лучшем случае. Вот как вам удается работать с топ-командой, чтобы они поверили в то, что Vision – это на самом деле важнейший, а можно сказать, вообще фундаментальный инструмент, без которого вообще смысла никуда нет идти? Ну, это технология все равно, это технология фасилитации, это технология того, куда мы идем. Нет, вот до еще фасилитации, вот вы приходите и говорите вот там директору, там, а вот он не верит в то, что миссия и цены и видение вообще важно. Здесь мы идем еще раз. Вот когда идет рассказ про формулу, и когда люди отвечают, что 80% времени уходит на
внутреннюю энергию и 20% всё только на рынок, он начинает осознавать, вообще-то, да, надо навести здоровье внутри, да, то есть ты, если у тебя там что-то внутри не алё, ты не можешь хорошо обслуживать клиентов, да, это как с человеком, если у тебя нет внутреннего здоровья, ты можешь эффективно работать, если у тебя что-то внутри, у тебя температура 39. Ничего не можешь. А вот это осознание, оно приходит в какой момент, когда в компании все жвах или когда все хорошо? Это приходит тогда, когда дискомфорт от текущей ситуации начинает превышать дискомфорт от изменений. Угу. Если люди начинают понимать, что им сейчас дискомфортно, они приглашают кого-то, эти кто-то начинает делать, например, такую трансформацию, и дальше начинается балансировка. До тех пор, пока они чувствуют, что дискомфорт от изменений меньше, чем дискомфорт от текущей ситуации. Они готовы его поддерживать. Они готовы его поддерживать, и трансформатор удерживается на своих местах. И мы продвигаемся. Как только этот баланс энергии начинает уравновешиваться, начинаются... Сопротивление. Начинаются всякие разные истории, и дальше все зависит от черного лебедя. От воли. Или от воли, или от черного лебедя. Совершенно верно. Mission есть, vision есть. Вот как раз мы пошли сейчас в народ уже, да, как бы рассказывать. Я это называю неким, знаете, такой красной чертой. И я всегда говорю, а ты готов провести красную черту собственнику между тем, что было, и тем, что ты теперь хочешь сказать? Ведь на самом деле у тебя много людей, которые по-разному к тебе приходили в компанию. Топ-команда у тебя разная. И, возможно, кто-то тебя поддержит, а кто-то будет сопротивляться. И вот сейчас ты должен сказать, что теперь будет только так. И никакого вправо-влево не может быть. Вот готов или нет? Когда человек готов, тогда у него есть воля к победе. Есть такие случаи. А есть, которые говорят, готов, но тут же отступают, там, когда к нему кто-то прибежит, скажет, зачем нам эти ценности, зачем нам это видеть, давай все по-старому. Вот как здесь собственнику сохранить верность тому, что вот он создал, в конце концов, вот это, или директору, или топ-команде? Участвовать в следующих мероприятиях, активно принимать, быть активным лидером. Для этого в культуре взаимного уважения и доверия есть три блока, на самом деле. Мы сейчас немножко отклонились и возвращаемся вот к множителю, культура взаимоуважения и доверия. Там три части. Культура исполнения, культура лидерства, культура коммуникации. Мы когда говорили скрипты поведения, мы проговорили про культуру коммуникации. Должна быть культура исполнения, это проектное управление, это процессное управление, это система целеполагания. И культура лидерства. Лидерству надо учить. Лидер должен принимать участие во всем, что происходит, должен быть вовлеченным участником и, если можно так сказать, прародителем следующих шагов. А следующий шаг, Роман, организационная структура, новая организационная структура, которая поддержит движение. Потому что мы с вами определили в самой первой фазе, куда мы плывем. Мы плывем на Франции Иосифа или мы по каналам Санкт-Петербурга? Нам чего нужна? Лодка? Или нам нужен атомный ледокол? Для этого надо конструировать дальше организационную структуру, потому что... Какой должна быть компания? Какой должна быть компания, исходя из целей достигнуть видения стратегического развития? Потому что это реальная силовая структура. Не изменишь организационную структуру под видение стратегического развития, ты не сможешь развернуть лодку. Да и лодки-то может не оказаться, а может быть, и самолет нужен или космическая ракета. Я все, знаете, я как там говорит, а этот как его вшивы все про баню, как говорится, да? Вот, как говорится, часто общаясь с людьми на уровне топ-менеджмента, директоров и все остальное, я слышу следующее. Так, ну ладно, приготовь проект, вот тебе люди, там с ними позанимайся, потом мне скажете, что там у вас там происходит в этом вопросе. Ценности, да, отлично, да, все, я подпишу. Вот роль человека, который говорит так, это значит, что никаких ценностей в его компании не будет, и он сам первый их и похоронит. Что он должен осознать в себе человек, чтобы осознать и принять эту роль лидера изменений в своей же собственной компании? А это культура лидерства из блока культуры взаимного уважения и доверия, технология создания лидерства. Вот собственник, директор генеральный, как нам его с вами повернуть к себе лицом, сказать, друг мой, только от тебя это и зависит. Не от меня, как от консультанта, не от прекрасного Алексея, который создал свою авторскую методику, а какой бы он умный. И даже если мы вдвоем с вами придем в ваш челябинский тракторный даже завод и скажем, мы такие прекрасные, давайте делать. А генеральный директор, ну делайте.
Ничего не произойдет. Как его развернуть лицом к себе? Вот такими магическими всякими действиями, работой, уговорами, разговорами и так далее. Нет, ну люди все разумные. Тот, кто находится на executive level, он прошел серьезную школу. И, конечно же, они понимают, что если они в этом участвуют, если они разрабатывают, потому что видение они сделали вместе, и если ты применяешь правильные, в том числе методологии фасилитационные, ты видишь, что от этого это действительно то, что надо компании. И люди начинают применять. Ну, а здесь как? Ну, начинают не применять, ну тогда меняйте людей или меняйте людей. Это точно. И вот как раз эта красная черта говорит о том, что кто со мной, пожалуйста, на борт. Кто нет, скажите сейчас. Я вам хорошее резюме напишу, рекомендации отпущу. Но если вы сказали сейчас, да, пошли со мной, а начали мне там внутри противодействовать, я с вами нещадно расправлюсь. Так ли надо поступать? Надо дать людям шанс. Надо дать людям шанс. Почему? Потому что мы прошли только две вещи с вами. Видение, да, или там вижен, стратегическая бумага. Дальше мы переходим к оргструктуре. Почему? Uh-huh. Потому что многие люди в старых системах, в старых оргструктурах, в старой культуре взаимного уважения и доверия могли вести себя по-другому. По-разному, да. По-разному, да. И если они увидели, куда мы движемся, они могли 20 лет не видеть, а сидеть перебирать бумаги. Если они увидели, что их слышат, если они увидели, что их учат новым скриптам поведения, если они увидели, что в оргструктуре это четко, ясно, понятно, и их место здесь, и матрица полномочий будет такая, люди начинают вести себя по-другому. Они снимают с себя вот эту шкуру, да, заячью, и на самом деле внутри находятся какие-нибудь горные лани, а они были на самом деле до этого всегда зайцами. Я услышал магическое слово «delegation matrix». Мне кажется, мы недооценим вообще этот инструмент во многом даже в крупных компаниях, который по большому счету создает единую концепцию распределения энергии руководителя главного. И если он создал эту матрицу делегирования, он в конце концов наконец-то сможет реально посмотреть на мир, а не заниматься согласованием отпусков. Прекрасно, супер. Движемся дальше. Да? Вот обучение. Вы сказали, что очень важно человека научить в этой трансформации идти туда, куда нужно. Почему? Зачем? Потому что люди не знают, они могут не владеть какими-то базовыми техниками, техниками проектного управления. Кто должен учить? Консультанты, внутренние усилия, внутренние какие-то службы. Кто? Сам генеральный должен какую роль вести? Это очень важная вещь. Те мероприятия, которые направлены на ценности, на трансляцию трансформации, конечно же, мое мнение, в моей методологии, это обучение по пирамиде. Учим только верхушку топ и генеральный, и они по пирамиде все учат вниз. То есть они учат своих начальников департаментов. То есть они становятся для них менторами-коучами. Абсолютно верно. Train the trainer, да, абсолютно верно. Это что касается ценностей, что касается базовых скриптов поведения, что касается про что трансформация, что мы делаем. И у нас это так устроено. Те специализированные вещи, которые мы учим, это проектное управление, это процессное управление, hard skills, плюс часть софтовых скиллов высокоуровневых, это если касается сложных переговоров для сбыта, если касается трудных диалогов, конечно же, это профессиональные тренеры, которые обладают теми методологиями, которые встраиваются в нашу трансформацию. Слушайте, вот у вас это все реально работает на заводе? У нас это работает, конечно. Если вдруг вы когда-нибудь захотите снять фильм о ценностях, о том, как вы это делаете, я с удовольствием выступлю продюсером и, возможно, даже режиссером. Мы с вами договоримся, я приеду, и мы снимем этот фильм для того, чтобы показать, что есть такие компании, которые реально готовы двигаться в этом направлении, потому что это очень большая редкость. Знаете, я уверен, но что… Но многие к этому приходят уже. Многие к этому приходят. И когда меня все время… Ну, я учился в Московской школе управления Сколково, и все время все кейсы западные, достало. Когда я приезжаю куда-нибудь там выступать, я много езжу по России, выступаю, они говорят, скажите мне российские кейсы. Я говорю, мало кейсов, хочется, чтобы они были. Давайте популяризировать то, что вы делаете. Потому что на самом деле… Заходите на наши страницы с Романом в Фейсбуке и следите за нашими проектами. Да, вот, но очень важно. Знаете,
Иногда ты... Вот что такое ценности? Мы начинаем самый простой вопрос у нас. Это там тра-та-та-та-та-та-та. Я говорю, а как их выделить? И потом люди понимают, что просто надо понаблюдать за людьми. Приходишь в какую-то компанию, на сайте везде вывешены прекрасные ценности. Заходишь и смотришь, а отношение людей совсем другое. Очень хочется спросить, вот приехать к вам, взять камеру, посадить простого человека, пойманного по дороге, спросить, друг мой, а как, что такое ценности твоей компании, твоего завода, Челябинского трубнопрокатного завода? И вот в этот момент не должно быть смущения на лице. Он должен сказать, слушай, я, наверное, все не помню, но я знаю одну важную, которая для меня самая главная. Такая-то такая. Кстати, вот сколько у вас ценностей? 5. Можете продекларировать? Созидание, достижение, здоровье. Здоровье. 3, 4. И 2 секретных. А, понятно, хорошо. Топ-секрет. Сколько занимает процесс от момента выбора, фасилитации, ценностей до момента публичного его декларирования и получения хоть каких-то осознанных результатов в головах сотрудников? Ну, вот мой опыт Timeline. Говорит о том, что это год. Год кропотливой работы. Ну как, кропотливая работа – это все-таки декомпозиция вниз и объяснение. То есть, если это здоровье, что здоровье, как мы себя ведем. Это мини-группы, это да, топ-менеджеры. Да. Они становятся как-то фасилитаторами внутри мелких групп. Навигаторами. Становятся навигаторами, некими да. навигаторами, да, трансляции ценностей. И транслируют их вниз. А если топы не готовы быть трансляторами, что тогда? А у нас сервисный навигатор – это не всегда топ. Сервисный навигатор – это наиболее авторитетный Хайпо. И уважаемый человек. Да, в человек этом коллективе. Пользуется наибольшим уважением. Абсолютно верно. Прекрасная идея. Абсолютно. Знаете, я эту идею подсмотрел 5 лет назад у моего друга Джона Шола. Может быть, вы его знаете. Джон Шол, да. Его автор, все уже знают. Да, к счастью, да, в России он достаточно много. И я его привожу много раз сюда. Так вот, его концепция создания превосходного сервиса в компании – 3-летняя программа. Я сначала долго не мог понять. Я говорю, Джон, тут мы один тренинг не можем продать. Как тебе удается? Он говорит, Ром, а смысла тогда нет. За 3 года человек из бессознательного незнания получает бессознательное знание. Да. И для него сервис становится естественной моделью его поведения. Так вот, в чем его фишка вот этой была программы? В том, что он во всей компании... методом конкурсов, тестирования, разных рода активностей выявляет наиболее уважаемых, авторитетных людей, пользуются максимальным доверием, и ставка вся на них, как на неформальных лидеров. И они являются вот этим как бы звеном распространения вот всей философии будущей компании. Как вы пришли к этому выводу? Мне очень интересно. Это с самого начала, с 2007-2008 года, при первой программе построения, ну там был внутренний клиентский сервис учетных служб, мы эту идею... обсуждая с консультантами, мы как-то к ней дошли автоматически. То есть мы поняли, что если руководители не будут транслировать модель поведения, ничего не будет работать, вы совершенно верно сказали. А как их заставить транслировать модель поведения главного бухгалтера, который 25 лет просидел там в обороне и так далее. То есть заставив ее прочитать скрипт и заставив ее обучать своих людей. Сначала, конечно же, идет сопротивление, кто-то отваливается. Но потом люди, я вам говорил, что это экзекьютив уровень, они понимают, они разумные. И они находят для себя выгоды. Вот. Слово, которое я давным-давно хотел услышать, мы к нему подошли. Топы могут найти для себя выгоды в трансформации. А как показать выгоды сотруднику? Что мы должны сказать простому сотруднику от того, что ему сейчас предстоит трансформация? Завести его туда, провести и вывести. Что? Как? Ну, наверное, две вещи. Первое – быстрая победа. Quick win, да? Да. Они должны быть заранее спрогнозированы топами? Или, ну, то есть, программа должна предусматривать эти быстрые победы? Да я думаю, что нет. На самом деле, quick win, они же лежат на поверхности. Их просто надо делать и принимать решение. Там какой-нибудь casual Friday, там 15 минут сократить пятницу. Да, это куча простых вещей, которые годами просто... Ну, не делали в компании, не доходили руки, не принимали решения. А чтобы о них узнать, просто спросить людей надо, что спросить их беспокоит, людей, да? И зачастую абсолютно известно, там, quick wins любой компании
15 quick wins за одну минуту можно набрать вообще. Дайте и хотя бы 3-5, вот самых простых первых. Casual Friday, сократить в пятницу на 15 минут, обойти соседние рестораны, спортивные бары, дирекции по административным вопросам, получить купоны или скидки для своей компании. То есть это такие моменты нематериальной мотивации, которые быстро работают. Абсолютно верно, которые быстро работают, и каждый человек один день в неделю дома можешь работать, например, там, или что-то еще такое, там, один, если ты хорошо выполняешь план, да. Понял, идея прекрасная. И вот здесь начинаются вот эти вот, люди начинают видеть некие выгоды, простые, примитивные, базовые выгоды. Да, началась движуха, то есть о том, о чем они мечтали 20 лет или в других компаниях, ой, сделалось. Значит, если сделалось и это, то, что не делалось 20 лет, наверное, что-то и побольше можно сделать. А... Вопрос всегда возникает, а почему же 20 лет не делалось, да? Ну, то зачем есть... делать, если можно не делать? Ну, ну да, логично. У нас было событие в начале января, не будем говорить, вот тоже не делалось, а потом оно сделалось. Ну да. Зачем есть... делать, если можно ничего не делать? Когда уже потребность есть там, да, но вдруг, и вдруг все поверили, что что-то может измениться. Да. Дай бы Бог, дай бы Бог. А, если, ну вот, кстати, отлично дали как бы этот, эту зацепку. А, берем компанию, ведь это же, ну, простите за выражение, нужно иметь там такие стальные болсы, чтобы директору выйти и сказать это. Вот все-таки я очень большое внимание уделяю работе с рядовым сотрудниками, но это уже производное того, когда топы созрели и генеральный совет. Почему я все время туда? Потому что рыба-то она с головы движется в сторону созидания, да? И вот как у них самих вот поддерживать высокий уровень мотивации или стимулирования, чтобы вызывать внутреннюю мотивацию к трансформации. Вот у топов самих. Что должно происходить с ними? Кто их должен быть коучить, наставничать, чтобы уже дальше отошла волна? Вот, вот эти, кто должен качать вот эту лодку, чтобы они не забывали о своих собственных выгодах? Ну, во-первых, они должны в этом участвовать, да, поэтому всегда в начале трансформации запускаются рабочие команды. До видения, как правило, проводится диагностика, да, которая определяет точку А исходную. Ты собираешь те проблемы, которые есть, они называются точки потенциального улучшения, точки развития, точки роста. Собрав эти точки улучшения, точки развития, ты каждому топу в зубы даешь по задачке, и он со своей командой идет их решать. И когда люди начинают решать конкретные задачи, которые они не решали годами, десятилетиями, у них начинает складываться другая культура, они видят результаты, они видят, что они могут поменять в командах что-то сами, и они решают те вещи, которые им важны, потому что они их сами не диагностировали. Не какой-то мегагалактический трансформатор приехал и сказал, ты будешь делать это, ты будешь делать это. Нет, на диагностике, ребята, вы собрали эти проблемы, да, не знаю, их бывает 150, их 200, мы вместе решили, что мы хотим ее решить, эту проблему, да. Мы вместе сделали команду, у нее есть руководитель, да, рабочей команды. И пошел делать. Все, другой уровень командного взаимодействия начинает срабатывать. Это не веревочный тренинг, это решение конкретных задач. То есть мы выживаем на этом острове или мы все будем съедены черепахами? Я уже говорил о том, что я вчера писал как раз пост на эту тему в Фейсбуке. И первое, с чего я начал, что мы живем в нереально изменяемом мире. Единственное, что может нас в этом мире спасать – команда единомышленников. Единомышленниками становятся люди, которые близки по ценностям. Да. А чтобы они были близки по ценностям, им нужно работать над собой, чтобы эти ценности сближать. И как бы… Added value, да, я бы так вот сказал, вот этой процесса трансформации корпоративной культуры становится упрочение или укрепление командного взаимодействия. Почему это происходит? Почему люди, проходящие в трансформации изменения, становятся друг с другом вот такими, как бы по-настоящему становятся командой? Ну, потому что они не языком чешут, а решают реальные проблемы. То есть это реальные проблемы, которые они не решали годами. Это реальное распределение ответственности. Это новая организационная структура. Это новая матрица бизнес-процессов. И это система управления эффективностью, которая заложена в культуре исполнения. То есть спрашивать за результат, за постановку совместных целей. И, конечно же, это неформальное общение. Это очень важно. Я всегда предупреждаю всех своих спикеров, что программа пролетает настолько незаметно, что сейчас нам осталось 3 минуты уже. На чем мы зафиналить должны, какие вы, как
автор собственной методики, пожелания всем тем, кто задумался или вступил на путь трансформации культур, компаний, бизнесов? Пожелания. Вот Роман очень правильно сказал, что мы живем в постоянно изменяющемся мире. И кто-нибудь сегодня верит из радиослушателей, что мы вернемся в стабильность, все будет тихо, спокойно и так далее? Значит, никогда. Нестабильность будет нарастать по экспоненте, трясти будет нас конкретно. Поэтому одна аналогия. Вот москвичи знают, что у нас много было посажено деревьев, таких больших, крупных, за последние несколько лет. И, ну, например, на Тверской можно ругать, можно не ругать, но они прижились. А что они прижились? Там красиво этим стало. Деревьям по 30, по 40 лет. А на самом деле это же технология, которая была на Западе. Для того, чтобы прижилось такое огромное дерево, его с самого маленького детства сначала начинают пересаживать каждый месяц, потом каждые полгода, потом каждый год. И дерево к 30 годам имеет иммунитет к изменениям. Иммунитет к изменениям. У него внутренняя система построена так, вне зависимости от той чехарды, которая происходит. Оно должно расти, оно должно расти, оно должно выживать. И это, понимаете, это иммунитет, с другой стороны, это возможность. Дерево хочет жить на Тверской, и у него есть иммунитет, и оно выжило. Хочешь выжить? Выживание не является обязанностью на самом деле. Хочешь выжить в бизнесе, хочешь выжить в своем деле. Все, трансформируйся, управляй изменениями и сделай это культурой развития, культурой ценностей, культурой взаимного уважения и доверия. Это постоянное изменение. Continuous development changes. Или не меняйся, тогда выживание не является обязанностью. Я еще очень хочу попросить, чтобы вы, Алексей, сказали о персональной ответственности и роли первого лица. Вот прям сказать туда им всем, что никто за вас это не сделает. Никто за вас это не сделает. И персональная ответственность первого лица, как в государстве, как в семье, фундаментальная формула успеха. Как только у него снижается интерес к процессу трансформации по ценностям, проект трансформации по ценностям умирает. Он переходит в другое консервативное русло и ждет следующего витка развития. Хотя вы правы, это тормоз. Последний вопрос в оставшиеся 2 минуты. Ваша жизнь, вы как автор своей собственной трансформации, которая происходит каждый день, какой самый главный принцип вашей личной трансформации, чтобы всегда в этом высоко турбулентном мире быть внутри, в гармонии с самим собой? Блин, опять это возможность, изменение – это возможность. Блин, опять что-то новое, надо пробовать, надо пытаться, надо читать, надо смотреть, надо приходить к Роману. Надо пользоваться возможностью. Жизнь коротка, возможность вечна. Спасибо вам большое. Уважаемые друзья, мы сегодня прошли по классической схеме весь change management, но в авторском изложении Алексея с точки зрения понимания сути вообще процесса трансформации. Все начинается с человека. Неважно, с рядового, с директора, с собственника. Все начинается с его осознания того, куда он идет, и непринятие возможности оставаться в той ситуации, которая есть. Вот это неприятие рождает импульс к тому, чтобы что-то делать. Формируя свои базы, фундаментальные ценности вместе с командой, с фасилитатором, самостоятельно, неважно как, и приняв их, отдавая их людям, спрашивая и дорабатывая их с их мнением, формируется общая среда доверия и коммуникации. Живя в ней, формируя модели поведения, можно действительно изменить компанию, меняя как структуру, меняя модели поведения, процессы. Там уже идут следствия. И самое главное, на этом пути не останавливаться, потому что турбулентность и неизменность будет только возрастать. Совершенно верно. Спасибо вам огромное. Алексей Митенков сегодня был в нашей студии. Жизнь и бизнес, основанные на ценностях. Помните, друзья, что все зависит исключительно только от вас. И жизнь – это возможность. Спасибо. До новых встреч. Пока.